Здравствуйте! В этом видеоуроке под занавес нашего небольшого курса по студийной съемке мы сделаем сложную съемку на черном фоне. И я расскажу, с какими проблемами обычно сталкиваются при такой вот съемке. Здесь у нас задействовано сейчас три источника света. Первый источник — это небольшой софтбокс, который светит через экран для того, чтобы получить более мягкое освещение. И два источника будут отделять контур модели от фона. Давайте я сейчас выключу источники контрового света. Мы сделаем снимок с одним источником и посмотрим, что в этом случае получается. Выключаю. Здесь тоже выключаю. И мы делаем снимок с одним источником света. Это пробный снимок, поэтому я особо не обращаю внимания на композицию. Так, вспышка сработала поздно, поэтому еще раз. Вижу, что несколько у нас пересвечено лицо, поэтому я убавлю мощность. Где-то на полступеньки. Оль, чуть-чуть полшага сделай назад. Вот так, да. Вот сейчас все хорошо. Но обратите внимание, что у нас как бы контур модели проваливается в черноту. И в том числе платье, шляпа. А мне хотелось бы подчеркнуть все эти детали. Ну и волосы, конечно, тоже ушли. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Я включаю контровые источники света. И снова делаю снимок. Так, хорошо. Вижу, что контур модели отделяется от фона. Еще делаю снимочек. Так, вижу, что мне нужно немножко свет отодвинуть, чтобы он распределялся по более широкой площади. И для того, чтобы осветить также больше нижнюю часть. Да, вот сейчас свет получился более равномерным, но у нас еще возникла одна проблема. Вот здесь контур модели у нас очерчен хорошо, шляпа тоже очень хорошо, мягко отделяется от фона, волосы, но вот эта часть руки получается как бы у нас не подсвеченная. Мы сделаем подсветку с помощью отражателя. То есть я возьму отражатель, вот он. Поставлю его вот сюда, таким образом, чтобы он не попадал в кадр, но подсвечивал те области, которые мне нужны. Может быть, даже я его слегка приподниму. Вот таким образом откручу, отрегулирую положение. Вот так. Чуть-чуть сзади поставлю. Вот таким образом. Еще сделаю снимочек. Так, отражатель у меня все-таки в кадр попал, поэтому я его немножко сдвину. Вот так. Снова снимаю. Вот, теперь у меня хорошо подсвечена рука. Оль, теперь руки чуть повыше поставь. Угу. Сделаю снимок без ноги. Вот, хорошо. Так, и чуть-чуть украшения нужно поправить. Угу, да. Чуть-чуть сделай шажок назад небольшой. Так, назад и чуть вот сюда. Угу, да.
Вот сейчас у нас получился тот снимок, к которому я стремился. То есть у нас прическа полностью отделяется от фона. Также отделяется очень хорошо контур. И отделяются руки с помощью отражателя. То есть в данном случае это левая рука. Мы еще можем сделать несколько кадров для того, чтобы выбрать наилучший. Вот в данном случае, так как модель немножко отошла назад, контровой свет стал доминировать. Поэтому я все-таки несколько убавлю мощность. Убавлю примерно на ступень. Вот я убавил контровой свет и снова сделаю кадр. Да, вот так вот хорошо стоишь. Чуть-чуть лицо сюда наклони. Вот. И чуть опусти, да, чтобы шляпа чуть-чуть глаза прикрывала, бросала тень. Вот, отлично. Да, вот сейчас контровой свет ненавязчивый. Мягко отделяет контур модели. И как раз это тот результат, к которому я стремился. Вот. Дело в том, что если у нас контровой свет сильно доминирует, то это далеко не всегда хорошо смотрится. Итак, в этом уроке мы с вами сделали довольно сложную съемку. Конечно, для того, чтобы прийти вот к таким световым схемам, нужно много и упорно тренироваться и снимать в студии. На этом наш мини-курс подходит к концу. С вами был Евгений Карташов, Ольга Альберти, и я прощаюсь с вами до следующих уроков.